Некоторые не очень разбирающиеся в ютубе комментаторы думают, что я удаляю их комментарии и таким образом борюсь с правдой, так сказать. Отвечаю на это. Ваше предположение неверно. Если заглянуть в историю, то можно понять, что комментарии с хейтом, критикой, оскорблениями я не раньше и сейчас не удалял. Вот, например, некоторые из них, которые и сегодня находятся на ютубе. Какой изысканный ответ! Я просто преклоняюсь перед его величием, красноречием и уровнем интеллекта. Как вы можете видеть, этого комментария нету в разделе на планете, это говорит о том, что его удалил мне.